Перед каждой поездкой Виктор Трофимов внимательно осматривает троллейбус. Колеса, зеркала – все должно быть в идеальном состоянии. Затем настает очередь токоприемника. Если другие части порой достаточно просто окинуть взглядом, здесь без физического вмешательства никак не обойтись. Перед рейсом надо поменять контактные вставки, так называемые угольки. Они позволяют проводам служить дольше, главное – вовремя их поменять. Делать это нужно несколько раз в день. Кстати, он у водителей начинается рано. Встаем в 4 утра. Без 10:05 идет дежурный автобус, приводит в депо и, соответственно, наряда выходим на линию. Первый троллейбус 5:20 по 11, 5:19 по 5 идут. Зависит, какой график. Виктор Трофимов родом из Атяшевского села Копасово. Первый раз сел за руль в юности, тогда он работал помощником комбайнера. После армии перебрался в Саранск. Стоял вопрос, чем заниматься дальше. Так он пришел в троллейбусное депо. Пришел и остался на 42 года. Уходить пока не собирается. У нас тут две дороги. Наверху и тут. Дороги отличные. Работа интересная. Тяжелая, правда. Вставать рано. Встаем рано и ложимся поздно. Так все нормально. Работа требует максимальной концентрации. Нужно отслеживать ситуацию и на дороге, и внутри салона. Пассажиры попадаются разные, но каждому из них важно обеспечить максимальный комфорт. Для опытного водителя это несложно. Водитель, как водитель, хорошо, очень культурный, вежливый. Открыл нам первую дверь. Нормальная поездка обыкновенная. А что, я не часто, я сегодня вот вообще за все лето первый раз единственный. И все. А как? Сижу вот, видите, как высоко. 4 десятка лет за рулем, и 18 из них бок о бок с кондуктором Ниной Кабаевой. За эти годы Виктор Николаевич стал для нее не только незаменимым напарником, но и надежным товарищем. Ну, работает хорошо, план набираем. Хорошо работает. Как человек нормальный, спокойный. Несмотря на то, что водители троллейбусов могут уйти на заслуженный отдых раньше обычного, Виктор Трофимов продолжает 11-й год работать на пенсии. Говорит, пока рано списывать себя со счетов. Работу свою любит и продолжает трудиться на радость себе и многочисленным пассажирам. Ольга Данилова, Владимир Надькин, «Народные новости».